Что же, привет, народ, и нам пора внутрь. What do you want? We don't have anything here but a few scraps of food. Может быть, Тарику есть нечего, ребят, непорядок. Надо его накормить. Каждый ваш репост подарит ему кусок хлеба с чесночком. Relax. Troy sent me. Troy? Oh, thank God. I've been a nervous wreck since I found this kid. He's got nobody to look out for him. But I'm not so good with kids, you know. That's not why I'm here. But Troy promised she'd send someone. I need to get into the museum. The museum? But Troy told me someone would come to help. She promised. Okay, Tariq, you tell me how to get into the museum and maybe I can sort out your problem here, okay? Rise controls the museum. He would kill you on sight. Well, then I can't have him see me. Now, Troy said you used to be the curator, and that if anybody would know a way in, it'd be you. So, how do I do it? Do you have scuba gear, perhaps? No. Too bad. There's an entrance under the surface of Emerald Pond, but it would be a long swim under the water. You would most likely drown. Yeah, well, most likely isn't definitely, so... Слава богу, не надо искать вот этот акваланг. Слава богу, фух. Я уже испугался, что искать. Мне нравится в этой игре, что они не стали ее искусственно делать длиннее из-за того, что типа, вот, иди, ищи акваланг. А могли. Ну нет, разумно поступили, я считаю, это самое разумное. Не надо затягивать, нужно сразу быстро и к делу. Where'd you find him? He just showed up. He barely talks, and when he does, he says some strange things. A lot of it is about someone named Mike. The only thing he had with him was this voice recorder. But this fella, Mike, it might be his brother. The kid says he left him behind. He asked me to go get him, but I don't think I can do it. It's too dangerous to take him with me, and I don't want to leave him here alone. Do you know where he lived? Dolma Street, Unit 11-2. Okay, maybe I'll check it out. Keep this recorder. Maybe it'll help you understand what happened there. Я, к сожалению, только одно задание за раз. Ну ладно. Да, тут бывает по несколько зданий, но можно только одно брать за раз. И когда как бывает, что можно несколько, бывает, что одно, я так и не понял, скажем так, полностью логику. Ну, это и не особо важно. Водное плавание, ребята, о, нашли груз. Чтобы меня надо его взламывать вроде бы. Так, посмотрим, куда нам направляться. Туда. Что есть жизнь? Нет. Хорошо, это слишком философский вопрос. Что из жизни? Куда конкретнее? Аж сюда. Сюда далеко тащиться, ребят, далеко. Ну ладно, дойдем в итоге. Давайте попробуем еще этот груз подобрать, который у нас не получится. Может, бегуны скрылись. Ой, ребятки, за мной хотят. Подбежать. Они хотят, видимо, меня проводить. Что же? Нет, ребят, я справлюсь один. Правда. Мне не надо, чтобы вы мне помогали. Так, я хочу, кстати, кладовщику сбросить груз. Но да ладно, потом сделаем. В принципе, я могу сколько угодно таскать на себя снаряжение. Черт, меня задолбали бегуны. Черт, проблема с бегунами. Они всегда носятся парами. Тут ничем не поможешь. Уже. Кладовщику в итоге сходим и получим большой прирост уровня. Как общий уже за все заслуги. Какая эта тварь за мной всерьез гонится.
А что? Я так и знал, что тент смягчит удар. Я, кстати, я просто знал. Немножко... А, я не проскочил, я только хотел сказать, я проскочил. Майкл, давайте возьмем задание у Майкла. У меня просто есть такая привычка, знаете, набирать по 10 заданий, потом выполнять их все очень, очень медленно. Повыше залезть. А, понятно, где он. Hey, Crane. Nice to see you again. Nice to see you in good shape, Michael. Hey, stay out of trouble, all right? Что, он выжил? Как? А, ну... Ну да, я просто думал, что те трупы, которые мы видели, я думал, там Майкл был среди них. Но нет же. Повезло человеку, повезло. Колдовая отсюда. Да, поговорите с Табитом. Черт, я даже не знаю, есть соблазн такой пойти на доп. Задание, но нет. Давайте не будем сбиваться с курса. Я даже две точки поставлю, знаете, сразу. Тупая привычка, стоит две точки. Эх. Я не верю, что если бы кто-то упал на мой мусор, это бы особо не могло. Черт возьми, это огроменная тварюга здесь. Черт, я чувствую, придется использовать. Замоков-то, конечно, привлечет. Он слишком туп, чтобы понять, что это поможет. Кстати, он уже убил чувака, и мы его не смогли спасти. Ну ладно. Так, твари рано или поздно придут сюда, потому что был шум. Как я и говорил, уже там кто-то шастает вокруг. Не спасли. Печально, но ничего не поделаешь. Надо жить дальше. Мачете потом улучшим, ребят, не волнуйтесь. Наверное, не обязательно. А, нет, я ошибался, обязательно. Походу. Или же все-таки нет, я не могу понять. Язва во рту. Я знаю, что это не самая интересная тема для разговора. Просто, знаете, так мешает даже говорить больно. Немножко. Но терпим. Все стало, становится хуже и хуже. Вчера еще говорить было нормально, то сейчас и говорить, скажем так, не слишком приятно. Так, как же... Ну, конечно, перепрыгнул.
Вот так вот. Пройти тут, ну, естественно, нельзя. Штаб Раиса. Что ж, заходим, ребята, и поднимем там шухер. Jade's being held hostage at the museum. Troy says the place was originally built as a fortress, and now it's Rice's biggest outpost in Sector Zero. I gotta get in there before Jade gets hurt. Or killed, or worse. Ну, дело, ребят, серьезное, поэтому приступим к нему и будем вести себя серьезно. Постараемся, по крайней мере. Я постараюсь не смеяться, хорошо, да. Хотя нет, чего же. Давайте посмеемся. Жалко, ускоряться под водой нельзя. И, ну, драться под водой тоже нельзя, что хорошо. И пираньи тут нет, как в Far Cry 4. Кстати, для 4 Far Cry вышло дополнение с Хэнком, или Хёрком, извиняюсь. С Хёрком. Надо бы мне поиграть в него, но я просто пока что все никак. Так, где же тут пройти? Чё-то я поздно нашел проход. Можем почти доплыть. Блин, если бы ошибку не совершил, то вообще все было бы, мы были в ажуре. Лишь бы я сейчас не... Ой-ой-ой, не, мы не доплывем. Ох, смогли. С трудом, ребят, видите, чуть-чуть не умерли. Чуть-чуть оставалось. Надо внимательно осматриваться, искать альтернативные, ну, не альтернативные, а просто пути. Главное, что эти язвы, ну, их практически ничто не лечат. Просто там только если рот полоскать, но мне нечем здесь полоскать. Я уверен, что если я назову какую-нибудь эту же, какую-нибудь штуку в аптеке, для которой можно полоскать, не наверняка тут не знают. Потому что фармацевты в аптеке здесь крайне неграмотные. Они знают только то, что там доктор прописывает или какие-то общие лекарства от головной боли, от, не знаю, там, тошноты, от простуды, какие-то общие лекарства, но не... Если у тебя язва во рту, они скажут, иди к доктору, чувак, ничего не знаю. Потому что они не хотят себя ответственно брать. Ты рекомендуешь тебе какое-то лекарство, а потом ты их засудишь. Они тоже, они боятся рекомендовать, наверное, потому что думают, что мало ли, и потом мне не поможет мне лекарство. Ну, там уже у них нет права мне что-либо прописывать или рекомендовать даже. Я думаю, это одна из причин. Ну, в любом случае. Так, не самое лучшее время. You really suck at pep talks, Troy. Not my job, but good luck. Что-то не очень получается. Хотя нам, по сути, в любом случае в эту сторону, а не в ту, в которую я шел. Мне кажется, топор, мне кажется, он идеально подходит для этих случаев. Скользнул чутка. Паска, бежишь вот так вот, тебе стрёмно, ты начинаешь вызывать. Я думал, я смогу сейчас прыгнуть вовремя или просто ухватиться, но нет же. Опять нет, пробуем заново. Так, тут медленно. Медленно. Прыжок, готово. Чёрты баррикады, как они могли сломать мое оружие?
Деться просто негде, ребят. В этом проблема была. Вот концерт был. Почему у меня все равно такое чувство, что меня заманили в ловушку? The last time we met, you took something of mine. Now I took something of yours. I don't negotiate with assholes, Rice. I get out of here with Jade, or I take your other hand too. Your choice. You cannot simply demand to have her, Crane. You must make a showing of effort first. Attack! Move it, boys. Move it. Go, go, go! There you are. А это будет покруче арены. Нет, стекло непробиваемое, видимо. Это пробиваемое, но, к сожалению, мне через него вообще ничего не видно. Все по вазе, потому что ничего не видно. There you are. Is that the best you got, Rise? I could do this all fucking day. Это да, это, кстати, правда, могу извините. Теперь они будут бить сверху. Сейчас это будет сложнее, ребят. С оружием как-то плохо бегать. Я нажимаю на шип, но все равно еле бежит. Как не понять, то ли пробивает это стекло, то ли нет. Ладно, одного сняли уже хорошо. Черт, я даже не мог понять откуда, но я понял, что спереди, он там же ваза стоял или типа того. Да, будет тяжело драться с теми, кто наверху. Не знаю, может пытаться сменить позицию. Теперь нам повезло. Ладно, сейчас пойду и заберу. Это как же мне туда пройти? Да я такой, да, ты хочешь спасти, но ты не знаешь, как пройти. Эта дверь? Может быть, эта дверь пустит нас? Нет. Не знаешь, куда идти, используй лампу. Она вся поможет. Увидеть какой-нибудь тайный проход, которого ты раньше не замечал. Хотя, да, есть альтернативный вариант.
Да, здесь наступил. Искусственный интеллект, ребят, не идеален. Ну, а где он идеален? Ребят, ну что вы как дебил там сидите? Спасти Джей, да я живу ради того, чтобы ее спасать. Точно? О! Черт, инвентарь заполнен, ну ладно. Кстати, нет, надо его освободить, надо найти место для щита. Забойный нож, это слишком хорошее оружие, чтобы его выкинуть. Мне тебя будет жаль, но я беру щит. Не знаю, чем рабочий топорик, изящный короткий ножик. Он бьет электричеством, нет. Хотя да, заменим его. Так, щит заменяем на... Не знаю, что ты не понял. Лучше починить, бросить. Давайте бросим его, возьмем. Или так не работает? Я не понимаю, как работает щит. Ах, ладно, неважно. Погнали. Там разберемся. Че-то нам придется сражаться в этом режиме. То есть в режиме я ничего не вижу. И меня мутит. Нет, до сих пор, конечно, нас мутит, но... А уже нет. Надо как-то подняться наверх, что ли, или типа того. Жались опять же. Мне нужно как-то выйти на улицу, что как бы не парадоксально это не звучало. Давайте попробуем. Конечно же, выйти через дверь. Я просто уже отвык выходить через дверь, это прыгать по крышам. Подождать, мне надо патроны собрать. На всякий пожарный, ребят, аптечка, умирать-то неохота. Это реально с винтовкой он медленно разгоняется. Ну, винтовка, она тяжелая, я даже не удивлен. Я хочу залезть обратно. Пройти. Я на всякий пожарный лечусь, хотя понимаю, что здоровье остается. Давайте прокачаемся немножко. Ну как прокачаемся? Аптечки сделаем себе. Мощная контузия для мачете, танго, танта. Точно знаю, как дальше быть, куда бежать.
Тут тоже не пройти. Что же? Походу нам придется как-то по земле. На своих двоих, хотя немножко стрёмно. Или же я подумал, можно на козырек спуститься. Нет, тут рядом что-то получится. Так, ребят, как же нам быть? Ха-ха, я отказки целился, хотел, чтобы одного там разорвало. Даже они все разорвались. Дальше давайте, используем наш изящный ножик. Так и отвыкнем с ножом ходить. Нет, все идет очень плохо. Наверняка финальный бой у нас будет с приступом зомбятины. Или типа того. Что же, а что будет дальше, ребят? Узнаете в следующей серии. Все узнаете. Я сам не знаю, что будет дальше. Я не знаю, умрет она или выживет. Я совершенно даже предсказать не могу. Потому что если она умрет, то я не знаю, что дальше тогда. Если она выживет, то, ну, опять же, интересно, что дальше. В общем, увидим, ребят. Мы с вами увидим в следующей серии.